Продолжаем смотреть 117-й опус, третье интермеццо, не менее знаменитое, чем первые два. Здесь один из изумительных образцов тонкостей артикуляционного письма Брамса, соединение одного уровня фразировочных лик и второго уровня артикуляционных лик внутри фразировочных. Это принцип, который на самом деле универсален от Баха до Шостаковича, чем мы, так сказать, и занимаемся. Брамс один из этих самых тонких в этом смысле композиторов, который, именно обнаружив эти два уровня, фразировочные и артикуляционные, не боялся их использовать одновременно. Вот. Мы с этим будем сталкиваться, это будет целая тема для нас. Вот. Тут надо разобраться, ну, во-первых, что это значит. То есть, есть много тонкостей. Парочка с микроцезурами играется. То есть, другими словами, вот эти лики, они вообще чисто психологические. Руками мы делаем буквально вот это. То есть, делаем не вот это, как можно было подумать, а двойственная лига по Брауду, да, разделяющая лига и связующая цезура. Как бы вот она есть. Вот эта цезура есть, но она связует. Сильная доля не акцентируется. При этом странным образом у нас есть ля-ля-ри сюда. Ля-ля-ри сюда обязательно. Ля-ра-ри-ра. Ли-ра-ри. Но ни в коем случае без акцентирования сильной доли. В этом тонкость. Ля, идем сюда, здесь не акцентируем. Ля. А все равно волна звучности идет. Ля-ра-ри. Это слабое. Нельзя играть та-ра-ри, ли, нельзя играть так, ли, да-да-ри, нельзя так играть, ни-да-ри, да, здесь, ля-да-ри. Причем Брамс пишет потрясающую вещь, сенса педаль, да. Я вот и играю абсолютно без педали, но при этом стараюсь выполнять все уровни. Потом, на самом деле, можно добавить и педаль, микро-педаль, но это уже другой разговор. Сотто воче, всегда про себя. Да? Мольто пьяно, то есть пианиссимо. Вот я сыграл лигу, сыграл, здесь ушел. Сори. Ведь я иду к подъезду, а в подъезд играю мягче. Без опоздания. Получается тонкая нюансировка. И получается ли ра. Получается ностальгичность вот эта. Ля-ра-ри, да-да-ём, и пришли. Ля-ра-ри, ля-ра-ри. Я все играю без педали. Не потому, что в результате будет без педали, а потому, что нужно уметь играть без педали. И вот Брамс нам делает этот намек. Сенса педальни. Он, на самом деле, это указание. Ребятки, получите-ка без педали. Потом, если будете уметь играть без педали, тогда, может быть, можно будет и педаль подключить. Вот что он нам говорит. Спасибо, Юхана, за подсказку. Вот я играю ля-рим, ля-рим. Артикуляционную лигу внутри. Не вот эту, не вот это тотальное легато. А тяжелая 16-я и через цезуру сюда. Почти незаметно. Это должно быть слышно только тем, кто знает. И все равно в этом тонкость есть. Кто не знает, услышит просто тонкость исполнения. Вот дальше начинает солировать средний голос. То есть этот и первый палец в правой руке. Все равно парочки написаны Брамсом. Вот это удивительное сочетание вот этой лиги фразировочной и этих микролиг, которые нам подсказывают, что микролиги дают нам связующие цезуры, микроцезуры, микроцезуры. Но они есть. Мы не можем позволить играть. Да-да-ри. Легатиссимо, все не можем. Это сразу другой уровень музыки. Вот. То есть, это лиги вообще-то баховские.
Все показываю без педали. Вот он здесь пишет педаль, но мы пока играем. Мы пока играем без педали. Показываем, что можно без педали. Средний голос, средний голос. Идет. И вот здесь не просто, а пианиссимо, конечно. Пианиссимо и вот эти мистические октавы, о которых мы уже говорили в других, и в первой, и во второй, в первом, во втором интермеццо. И там есть эти мистические октавы. Вот они здесь. Унисоны, вот эти. Это пианиссимо. Играю пока без педали. Показываю, что можем бить руками. Да, здесь игра с басом, с тембром, с расстоянием, с вот этим расстоянием, на самом деле. То есть, вот этим, вот, двухоктавным. Вот она тебе показывает, что для нее две октавы были важны. И здесь я играю честно, как написано, тотальное легато. Хотя мог бы сыграть ля-ра-ри-ри-ра-ри, как здесь. Но ему здесь было это не нужно. Здесь ему нужно... И сюда... И вот здесь очень важно разобраться в левой руке. Это полифония. Две виолончели. Синкопированный ритм. Лямба, ля ри, ти, лимба, ля ри, синкопа, ри, синкопа, синкопа. Двуголосие. Сыграть одной рукой можно. Тут двумя руками. Одной рукой я уже сыграл. Одной рукой еще раз. А прям сидим мы и прям без педали учим. Синкопа. Синкопа, синкопа. Полифония настоящая. А теперь подсоединяем. Насколько возможно, я играю здесь без педали. Полифония в левой руке. И здесь тоже не октава, а два голоса разных. Звоночек здесь и свой тембр в первом пальце. То есть четырехголосие. Баховское почти. А такие вещи обожал Шуман тоже. Дальше. Значит, разбираемся. В левой руке есть ля синкопа. Синкопочка. То есть это ра ри па. Слышим здесь. Ля ра ри па. Значит, в одессе тише. Слышим синкопу здесь. А здесь игра двух рук. Здесь у меня вес. Но это тоже звоночек. Звоночки, 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 да. Значит, полифония. Вот это. Вот без педали можно добиться света. Средний голос. Здесь марево. Вот я прям мучительно
мучительно по нижним дугам играю. Это такое наслаждение, мучение от этого легато брамсовского, беспедального. Да? Сначала беспедаль, потом будет легко с педалью это делать. А руки уже будут сами пластично играть педаль. Средний голоса. Причем левая рука, смотрите, как она связывает. Вот. По этим, по всем и здесь, по всем вот этим нижним дугам все идет. Виноват ми. Додес. А здесь ли ля ра ри ля ра ри да ли ля ра ри ли 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 сюда. И здесь пиано, пианиссимо, здесь три пиано. Еще мистичнее, еще мистичнее. Пока показываю без педали сознательно, чтобы работали ручки и пальцы. Опечатка. Одна из опечаток этого советского издания, к сожалению. Здесь до диез, конечно, а не ми. До диез. Ми исключается. Да. Будет еще одна опечатка. По-моему. Важно, что эти аккорды, это три валторные. Все слышно. Вторая валторна, третья валторна. Куда идет? Вторая сюда идет. Третья идет сюда. И вместе группа играет. Опять синкопы влевые. Кабари. Мятежные синкопы. Мятежные синкопы. Лавай, ля-ри, ля-ри, ля-ри. Это вносит мятежность. Все на ручных педалях. Пока полифония, синкопа. Синкопа в левый. Напряженно все руками делаем. Сладкое мучение, легато. Раз. Не забываем, что это раз, друзья. Это протянуто первое шестнадцатое. Метрическая логика. Не вот это. Ля-ля-ра-ра-ра-ра-ри-ра-ри. Ля-рам. А ля-ля-ра-ра-ра-ра-ра. Два. Раз. Чуть протянут. Ли-ра-ри. Шестнадцатая. Шестнадцатая, но она чуть-чуть тонутная. Ли-ри. Метрическая логика. Все, я держу руками, разрешаю. Здесь держу все руками. И до диез приходится еще, я еще руками держу доминанту. То есть все у меня здесь диссонансы держатся руками. Видите, си диезы все. Еще раз. Поменял си диез. И вот этот диссонанс руками. И насколько будет потом с наслаждением играть все это с педалью. И сюда переводим, несмотря на фермату, психологическое. Длинная фермата, длинная, но все равно психологически переводим в это ми. Длинная фермата. И все равно стремимся к этому ля-мажору. Да. Дальше все построено. Вот это очень полезно играть без педали. То есть все связи и все синкопочки. Берем здесь, слышим здесь. Берем здесь, слышим здесь. Слышим здесь, берем здесь, слышим здесь. Берем здесь, слышим здесь. Как бы все время с черточками. Черточка, кружочек. Черточка, кружочек, слышим здесь. Освобождаем руку, слышим. Черточка, освобождаем руку, здесь слышим. Здесь что-то эта рука перехватывает по нижней дуге. Что она делает? Перехватывает. То есть рука левая все тоже на клавиатуре делает. Взяли, услышали здесь. Здесь услышали, здесь услышали. Взяли, вот здесь услышали. Вот здесь услышали, да? Здесь.
здесь услышали. Здесь услышали. Здесь услышали. И дальше. Так взяли это до. Чтобы его хватило до сюда. Соответственно, остальное не просто пьяно. А три пьяно, чтобы слышать эти валторны с трубами. Вот у меня еще до держится. Да, сюда. Вот я освобождаю руку, у меня вот вторые волны идут. Играю все без педали. А как будет хорошо с педалью потом? А дальше пошли. Теперь до диез. Тоже берем здесь, не боимся. Причем я все это все связываю. Все связываю по нижним дугам. Тренинг. Здесь слышим. Тренинг беспедальный. Вот смотрите, я все связываю. Связываю. Связываю обе руки. Связываю. Здесь слышу. И, наконец, здесь слышу си. Поэтому у меня деликатно левая. Будем считать, что повторили. Дальше пошли, доди. Здесь более, с большей болью. Все связываю. И получаю наслаждение. Где я слышу ля-де? Здесь. А теперь сложная конструкция синкоп. Здесь. В среднем голосе пошли синкопы. В первом пальце. Поэтому здесь слышим это. До де слышим здесь. Си здесь. Соль де здесь. Ля слышим здесь. И левая аккуратненькая. Поэтому... человеческие зовы. Появляется этот си бемоль здесь и здесь. Полифония, друзья мои. Синкопа слышим здесь. Здесь пара вот такая. Синкопа в среднем голосе. Полифония. Синкопа в среднем голосе. Валторны. Па. Раз. Ти. Два. Три. Четыре. Ри. Ри. Ля. Ри. Валторны рядом со скрипками. Да. Ди. 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 Сюда валторны. Надо слышать вот эту секунду надо услышать. Вот эту секундочку. Это очень тонкое место, поэтому здесь левая рука почти не, вообще невесомая, трипьяно. Взяли, пятым пальцем взяли. Вот это. И дальше. Я связываю вот так. В последнюю секунду. И, наконец, валторны. Вот эти фабикар. Идем дальше. Повтор тут тоже красиво. Красивое вот здесь место. Сейчас нет времени. Вот эти все тонкости тоже важны. Все-таки сыграю. Фонические дела. Синкопа здесь. Синкопа здесь. Ля, ри, ди, здесь. Разрешение. Ри, ри, два, ди, ри. И повтор. Ди. И второй вариант. И вторая вольта. Ди. И благоговейно, благодарственно. Ли мажор.
вот здесь 4 пьяно, и вот здесь каждая пара.